Всем привет, с вами Просрочка Патруль Нижний Новгород. Но мы сегодня находимся в Москве. И прямо по курсу у нас супермаркет Билла. Ух ты, какие огурчики. У нас в Нижнем таких нет. Ты видел куда-нибудь такие огурцы? Нет, я сам первый раз вижу. Микроогурцы. Куча нарезки. Смотри, даже мандарины. Что они пишут? Фруктовый салат. Салат. Это салат? Ты поняла, как они выкручиваются? Они не пишут нарезка, салат пишут. Хитро, хитро. Ну вот это вот что они написали? Нарезка лимон. Вот они прям написали. Нарезка, да. Нарезка лимон. Изготовитель Билла. Состав лимон. Это тоже салат. А это нет, смотри, десерт. Десерт, да? Ну вот это десерт. Вон там, смотри. Овощи в стаканчике. Овощи так они нарезанные. Смотри, какая соковыжималка. Они идут, идут. Ой, классно. Опа. А потом получается вот такое. Что тут у нас с маркировочкой, да, проверим. От сегодняшнего дня. 24 часа. 24 сутки. Давай покажем, что мы нашли. Это у нас... Не очень красиво выглядит. Колбаска. Сальчичон. Такой. Здесь написано, что она упакована под вакуумом, но вакуума нет. Она черная, ребят. Она ездит, смотри. Туда-сюда. Она черная, она почернела. А должна быть вот такая. Давай, возьми один хороший. Вот, смотрите. Вот это. Красненькая, вот эта черненькая. Я думаю, вам не составит труда узнать, какая из них свежая, а какая не свежая. Ну, реально, вообще другой цвет. Я бы никогда не взяла такую колбасу. Вот тот, который посередине, это свежая. А вот эти два, это надо просто в мусор выкидывать. Она почернела. Ну, ребят, смотрите, мы нашли зеленую колбасу. Зеленую. Вот есть... Плесень. Ё-моё. Она заплесневела. Вот есть красная колбаса, а есть зеленая. Не покупайте зеленую, видите, она одинаковая, одна фирма. Естественно, люди не будут зеленую покупать. Без сои и ГМО, но она с просрочкой, смотрите. Зеленая колбаса, ребят, зеленая, а там черная. А давай покажем черную и зеленую, покажи вместе. За нами уже продавец наблюдает. Ты видела? Нет. За нами продавец наблюдает. Где? Вон там. Вкуснятина какая, смотрите, там белый плесень. На зеленой колбасе белый плесень. Да, я за 3 года хождения по магазинам, но ни разу не видел такой тухлятины. Да. Вот, кстати, от герметизации прошла дырочка. И вот через эту дырочку волшебные феи туда залетели. И волшебные пульсы. Оставили там свой след. Может, хотя бы корзинку возьмем? Дай корзинку хотя бы. Ребят, мы вас спасем от тухлятины. Вы не отравитесь вот этой вот фигней. Москвичи, поддержите нас лайком. Мы для вас стараемся, чтобы это говно не ели. Давай сюда. Я могу сказать пару слов, если у тебя в Москве нету налички, то есть если у тебя все деньги на карте, ты никак не возьмешь тележку. Тань, надо по цветам отличать. Те, которые зеленые, да, и черные, их можно снимать. А красненькие, розовенькие можно, наверное, кушать. Ребят, продолжаем дальше. В этом отличать. Не все по цветам. Отличать дальше просрочку от свежего товара. Да. Смотрите, красное мясо, черное мясо, говядина для бульона, говядина для бульона. Даты одни и те же, но цвет, вы видите, он абсолютно разный. Он жесткий, ну такой прям, вот это нормально, прям свежее мясо. Тухлятина какая-то. Кидай к нам в корзинку. Она засохшая. Ребят, мы в этом магазине уже полчаса и до сих пор не нашли ни одного просроченного товара. Что удивительно, настолько зеленая колбаса и черная колбаса, и черное мясо. А просрочки нет, Таня. Расскажи, куда сейчас звонил? Я звоню на горячую линию Билла. До этого у меня уже 7 минут был звонок. Я второй раз перезвонила, они меня опять направляют к этому специалисту, который трубку не берет. А что ты хотел спросить? Я хотел спросить, вот эта зеленая колбаса, она в сроках годности, но она зеленая, на протухшую ее обменяют на программе или нет? Но у них здесь объявляется, если вы нашли некачественный товар, тогда они должны обменять нам зеленый и черный колбаса. Ну, это реально некачественный товар. Хотели сделать контрольную закупку по просрочке, но, блин, просрочки-то нет. Что за магазин в Москве такой? Сколько ты уже их ждешь? Бесконечно. Они мне сказали ответить в течение минуты, уже 3 минуты прошло. Они спят. Горячая линия у магазина. Она Билла спит. Вовсе не горячая. Она холодная, да? Да. Вот он сотрудник за нами. Вот, смотри. И ответим в течение 1 минуты. Ага. Ну давай, давай. У нас первая просрочка. Трюфельный пай до 30 сентября. Я все еще жду. Вот еще. Вот у меня. Нам надо контрольную закупку сделать. Тебе у меня кушать? То, что просрочку продали. Видите, да? Нет, я просто. Раньше, нужно было его сразу не пробить. Нет. Вот, не, я специально купил. Сразу. Нет, нужно было сразу. Я знаю. Ноль пробила вам и все. Пятерочки нужно пробить, а потом. Нет, я для другой цели купил. Мы, кроме этого товара, нашли еще
У вас зеленая колбаса, есть черная колбаса, вы видели? В плесени, смотрите. Ну да, это разлапанные плесени, да. Вопрос такой, нас колбаса. Двое колбасы, две штуки, вы каждому человеку по колбасе, верно? Если бы отдельно все это мне дадите, брали отдельно, если бы отдельно, да. С мясом тоже что-то получится? Оно черное. Мясо темное уже, все. Можете оно... посмотреть, как другое выглядит, да, оно розовое. Красное, да. 300 грамм я могу вам с собой товар поменять. А хорошо. Если вы найдете мясо 300 грамм. А его не могут сейчас взвесить. А там нету напрессованного мяса? Там есть маленький кусочек? Можете посмотреть, да. А с этим что? Что с этим? Это тоже развакуум. И тоже она развакуум черный. Не считаю, это как брак. Развакуум для вас как свежий товар, то есть это не пахнет? Это не свежий, нет, это он просто развакуум. Ну да, то есть это не просрочка? Это не наша, конечно, нет, это не наша вина, что он развакуум. Не проходит. Но он некачественный. Некачественный, да. Мы просто убираем его в брак из списания. Просрок, да, мы обмениваем на свежий. Да, хорошо. Да. Возьмите другой свеженький, я вам за ноль отдам тот. Пойдем взвесим 300 грамм мяса. Колбаса? Да. Изготовлено и упаковано 18-го. Вопрос, как оно может быть изготовлено 18-го? Ее же привозят из Малаховского мясокомбината. Это вообще где находится? Малахова. Она не может быть изготовлена 3 часа назад. Это обман. То есть дата изготовления неверная. Это, кстати, очень свежая, правда. А при какой температуре написано хранить? От 0 до 12. А здесь? Здесь 15-16. Ну, прохладно, но не настолько прохладно, потому что я хожу вон в футболке без рукавов. Ты хочешь мясо? Да, я хочу отрезать. Мясо. Но нас же чем-то завтракать. Тут 400 грамм. В программе у меня до 300 грамм. Ага, а не до килограмма? Нет. А ты что, уже изучил все, да? Может, а я, кстати, не сказал адрес этой Билла. Где мы находимся-то? Город Москва, Берников переулок, дом 2. Магазин Билла. Надеюсь, видно. Вот, 167 рублей. Дата покупки 18 октября, 18.57. Вот этот трюфельный пирожок. Здесь нет 300 грамм нигде. Она сказала, покупать не нужно было. Надо было просто подойти и все обменяют. Я но я говорю с другой целью. Вдруг они начнут там руки распускать, камеру отбирать. Ну вот на этот случай у нас есть. Полиция может передать заявление в Роспотребнадзор, и магазин штрафует на 20К. Да, хочу заметить, здесь администратор женщина добрая, но она почему-то у нас забрала две колбасы. Слушай, сейчас, наверное, в яме на Хохловской площади или против будет. Льву, наверное, мясо нужно принести, как думаешь? Думаю, да, давай возьмем. Давай ему мясо возьмем, сегодня пятница, развратница, и он по-любому там с рейдом против всяких людей 30. С алкоголем. 290 грамм? Да. Давай. Не, зачем? 300 грамм. Так, а если больше, не да? Сделал. Ну, 290, да. Итак, эксперимент. Отрезать 290 грамм. Здравствуйте, а можно вас попросить отрезать вот от этого куска 290 грамм примерно? А кто режет? А? Мясника уже нет. А может, колбасной рез? Можно? А, ты, наверное, да. А какой ты хочешь? Вот администратор сказал взять 300 грамм у вас. Ну, по акции. Нашли вот сморщенное мясо. Она разрешила нам 300 грамм мяса. Да. Вот вопрос. Говядина. Черное. Она сказала, что оно испорчено. Нам только отдадите. Администратор сказал, испорчено. Оно черное. Вы ладно, мы вас поняли. Давай тогда спросим ее, что да как сделать. Пусть там 300 грамм колбасы отрежут, мы бутеров наделаем, да, и пойдем гулять по Москве дальше. Надеюсь, не просрочно нам колбасу дадут, 300 грамм. Колбаску дадите? Да, потому что мясо не режут, мы спросили, не режут. Ну, давайте можно мясо, колбаску, конечно. Сколько там у нас граммчиков? Нет, это мало, нам надо побольше. А, ну это мало, до, да. До 300. А есть сельчичон у вас? Конечно. Лен, порежем колбасы. Какая добрая администрация. Мега добрый человек. Да, это не Нижний Новгород. Слушай, надо похвалить. Она прям давай колбасы я. Так, давай. Давай, блин, колбасы. Цензуру, давай с цензурой. Не надо матно. А то сейчас у нас 20.1 и... Давай. И 1000 рублей штраф. Администратор уходит. Колбаска крутится, лайки мутятся. Колбаска режется. Колбаска крутится, лайки мутятся. Слушай, бутер будем есть. Вообще офигенно. Положим в холодильник. 186. Угу. Грамм-то 300. До 300 грамм. Здесь 186 грамм. Порежьте еще, пожалуйста, сюда же. Давайте.
300. О, ровно. Спасибо. Самый четкий 300 грамм. Ровно. До 300 грамм. Причем, что, ребят, магазин свежий. Бывает иногда тортик проглядели на полмесяца. 89 рублей хлеб? Да вы что? Не, что-то я, наверное, не буду хлеб. А что на 90 рублей тут батон? Колбасу бесплатно без хлеба есть. Слушай, хлеб дороже колбасы. Да что, реально, не всякие цены. В Нижнем Новгороде вот этот батон стоит 30 рублей, здесь на 90 стоит. Что за фигня? Можно взять половинку за 30. Пошли в Нижний, поехали в Нижний Новгород, да, за хлебом. А может в Пятерочке? Давай в Пятерочку зайдем. Есть. А, кстати, ребят, здесь опять куча пирожечков, пирожных, пирог дрожжевой. И он без упаковки. Туда летит пыль. Грязь. Люди ходят вот в такой грязной обуви. И потом вот это все вот сюда летит, на вашу еду, и вы будете кушать с пылью. Ну, кстати, тут пицца открыта. Тут сормовского батона нет. Вряд ли. Из Нижнего Новгорода его сюда привезут, да? Угу, такой есть здесь батон московский. Все жесткие. Мы идем на кассу, надо будет обменять колбаску. А нам на это чек ведь дадут, да? За 0 рублей пробьют? Нет, а то... чек они не дают. Они потом скажут, что мы это украли? Нет, не скажут. Мы не просто покупатели. Я, допустим, хожу с камерой, мы приехали из Нижнего Новгорода. И, я поняла. Да, другого. Хочу сказать, что в вашем магазине просрочки, ну, почти нет. Единственное, что мы нашли, это торт. Вот в Нижнем Новгороде у нас одна вилла на весь город. И там просрочки полно, то есть можно приходить. Там по 5, по 10 человек подходят. Мы сейчас вдвоем были, а там по 5, по 10. И они и приходят. Каждый находит, и каждый по 2 пакета выносит. Значит, вот у вас вот, ну, торт, вот колбаса вскрыта, все. Как для персонала у нас тоже мало. А что? Похвалю вас. Спасибо. А в Москве много этих бил вообще? 150 метров. Сколько? 150 бил. На каждом метро пусть вот бил. У нас офигеть. Так, вот это зеленый. Это вы берете, да? Так, мне нужна первая попытка. Хороший торт где? А, вот. Два таких, да? Ну да, один такой, один такой. До 28 ноября. Сегодня 18 октября. Да, 17 декабря. Вот сколько бил. В Москве. Вот куда вам нужно сходить? Более 150 магазинов. Ой, прекрасно. У нас в городе одна била. Четвертый город в России. Почти на каждом. Все, это вот. Все ваше. Собирайте покупочку. Спасибо. До свидания. Хорошего а вечера. Что будет, если 150 бил байте? Сколько может побаться? Сажили, сколько вы всего наберете, да? Да. И работать не надо. Зачем? Некоторые так и ходят. Оба, на шампанский подкаст. Кто-то здесь бухает по вечерам. Я думаю, мы это возьмем. Я тоже думаю, да. А есть две? 150. Есть еще. Вон, вон там лежит. Че, какая следующая? А мы где? Я не знаю. Вот даже что пишут. Проходить в торговый зал со своими сумками. Почему у нас этого не пишут? Хороший бил попался, да? Ну что, в Москве 150 бил. Администратор, респект вот этой биллы. Вообще очень крутая женщина, прям реально. Она очень добрая. Еще раз, какой это адрес? Берников переулок, дом 2, Билла, город Москва. Плюс этому магазину, магазин проверен. Патруль одобряет биллу. А мы ищем следующую биллу. А мы пойдем дальше. Я уже ищу. А вот, кстати, и адрес. Приходите все сюда, город Москва. Но здесь, блин, просрочки нет, вы ни хрена не найдете, ребят. Бесполезно. Роллы просрочились. Ты за роллами? Да. Друзья, если вы хотите, чтобы мы приехали именно в ваш город, то просто напишите комментарий под этим видео. Мы ждем вас в Самаре или приезжайте к нам в Ростов. Мы читаем все комментарии и приедем к вам. Если подпишетесь на наш инстаграм, то будете смотреть прямые эфиры с каждого рейда. А если подпишешься на наш телеграм-канал, то увидишь то, что не выйдет на ютубе. Обязательно поставь лайк под видео. Тебе не трудно, нам приятно. И нажми колокольчик, чтобы смотреть ролик первым. Всем пока!